Всем привет! После ремонта будем переделывать правильно наши удлинители. Ну, в общем, погнали. Заодно рассмотрим вот такую эйровскую вилку. Нам нужна будет только лишь отвертка. Перво-наперво раскручиваем здесь. Теперь откручиваем эту штучку. Она у нас стандартная на 250 вольт на 16 ампер. И теперь юбку с нее выкручиваем. Единственная ее уникальность в том, что она плоская. И за диванами, за шкафами лучше всего ставить ее, так как она занимает меньше всего места. Ну вот, в принципе, разобрали на составляющие. Что же делать дальше? Далее нам нужно подготовить кабель. Возьмем хороший компьютерный кабелек. Ну и, соответственно, будем его зачищать. Цвет может быть любой, на цвет никаких ограничений нет. Далее все три жила загоняем сюда. По максимуму. И плотно фиксируем сразу же. Очень плотно надо зафиксировать по максимуму. Так, все, здесь у нас стало жестко. Дальше у нас идет юбка, которую мы пока не прикручиваем. Здесь зачищаем на сантиметр каждую жилу. Скручиваем все это дело. И так как это будет наш домашний удлинитель, то его нужно будет залудить. Хорошенько залудили все три жилы. Паяльник пока в сторону.
следующий этап. Откусываем все ненужное. Оставляя где-то 7-8 миллиметров. Ну и далее с надетой юбкой будем все это дело затягивать. Так как фаза у меня будет вот это, то коричневый загоняем и сразу же его поджимаем, пока не сильно. Так, далее загоняем землю, соответственно, тоже поджимаем. Ну и последним будем загонять 0. Также поджимаем. Теперь нам надо мощной отверточкой по максимуму затянуть. Лучше всего это делать плоской отверткой, а не крестом или отверткой Philips. Все, по максимуму затянули. Далее загоняем вот сюда и прикручиваем саму юбку на место. Так. И готово. Теперь аккуратно нужно поправить провода, чтобы не проколоть винтом, когда будем затягивать. Здесь в пазике вставляется земля, и все у нас легло. Вот и все, вилка готова. Далее большого провода мне не надо. Будем подкидывать болванку. Болванка у нас следующая. Вот такого плана. Очень хорошая, также она на 16 ампер, на 250 вольт. Даже на 230 вольт. Хороша эта болванка. Тем, что здесь есть крепление, которое можно прикрутить на стену, на пол, на мебель, куда угодно, и немножечко зафиксировать ее в таком положении, чтобы она никуда не улетала. Разбираем контактную группу. Здесь все очень просто разбирается. Сюда у нас будет заходить наш кабель. В данный момент я раскручиваю клеммы. Вот это у нас будет фаза, следовательно, вот у нас будет фаза. Берем нашу вилку, подготавливаем ее.
здесь нужно будет прибегнуть к небольшой хитрости. Я зачищаю где-то 2 сантиметра, может быть даже 2,5, для того, чтобы хитро залудить этот провод. Мы его закручиваем. Ну и после того, как закрутили, немного утолщаем, складывая пополам просто. Вот. Теперь все это дело будем лудить. Хорошенько залудили. Почему такая короткая? Потому что будет лежать под диваном. А задняя стенка дивана при раскладывании ломает USB кабеля в розетки вставленные. Поэтому для того, чтобы хорошенько все это работало, нужна переноска, удлинитель. Далее откручиваем здесь, вытряхиваем ленты, ну и соответственно сюда у нас уходит фаза. Сюда у нас уходит 0. Ну и сюда у нас уходит. Ой, вернее, сюда уходит земля, сюда уходит 0. Чё-то я уже заработался. Так, поджимаем по полной, по максимуму. Важная особенность. Потом где-то через месяц-два нужно будет вскрыть ее и дотянуть посильнее клеммы. А лучше все-таки это проверять хотя бы один раз в полгода. Так, ну и соответственно будем зажимать. Зажимать будем. Сам кабель. Надо это все уложить так, чтобы оно при нагреве ни с чем не контактировало. В смысле, не контактировала фаза 0. Потому что если провода начнут греться, а
большой нагрузкой, то возможно короткое замыкание. А оно нам надо? Оно нам не надо. Вот этой вот выпуклостью большей, поскольку у нас очень толстый провод на 2,5 квадрата или на 1,5, ну тем не менее изоляция очень толстая. Поэтому лучше сделать с выпуклостью. Задавит все равно хорошо. Так, ну и финальная часть гарнизонского балета.